Вітаю в ефірі студія «Репортер». Мене звуть Костянтин Гречаний. Сьогодні ми будемо говорити про соціальну нерівність, про відсутність соціально-економічної політики в нашій державі, як такої, і, власне, чому зростає соціальне розшарування, як комплексна проблема. Про це ми сьогодні будемо говорити з депутатом Одеської міської ради від Української морської партії Сергія Ківалова Андрієм Неугодніковим. Вітаю вас, пане Андрію. Добрий день. Ну, от, власне, давайте з такого загального питання почнемо. Да? Чому от у нас весь влада змінюється, проходять там революції, ще щось, вибори, а питання залишається. Тобто люди краще не живуть. Або гірше, або ситуація консервується, або гірше, або консервується. Чому так відбувається? Я хочу сказати, що цьому є і об'єктивна, і суб'єктивна причина. Якщо брати останні кілька років, 5-6 лет, я хочу сказать, что не открою ни для кого секрет, население Украины, граждане Украины существенно обеднели. Это касается и курса мировой валюты доллара, это касается и других аспектов. Почему же так происходит? Ну, объективные причины мы знаем. К сожалению, то, что происходит на востоке Украины, аннексия Крыма, оно не может сказаться позитивно на экономике страны. Ну и, конечно же, есть субъективные причины. Вы вспомните знаменитую «тысяча от Тимошенко» или «тысяча от Порошенко, экс-президента», я имею в виду выборы 2010-2019 года. Чем беднее население, чем беднее граждане Украины, тем легче ими манипулировать, чем и занимались многие правительства. Понимаете, перед выборами пообещали, даже дали кому-то денежные выплаты, и тем самым, ну, по сути, это подкуп, независимо с государственного бюджета выделили эту тысячу или со своего кармана. Если благосостояние граждан Украины было бы существенно выше, правительству навряд ли это надо было бы. Оно в этом не заинтересовано. И, конечно, вот недавно читал статью Джеффри Сакс, это английский экономист. Он приводит соотношение бедности с количеством смертей COVID. Я понимаю, что это не аксиома, и его статья тоже является спорной. С моей точки зрения, по крайней мере, есть вопросы. Но действительно, в обществе, где уровень жизни существенно ниже, нежели в развитых странах, я не говорю европейских или в Соединенных Штатах, в развитых странах, конечно же, и вопросы медицинского образования, медицины, страхования, природы, сохранения природы, оно и находится на таком низком уровне. Поэтому, когда многие политические силы идут на выборы или выбирают для себя такие направления, ну, вспомним президента Порошенко, да, что далеко не ходить. Мова, религия, армия. Очень важное направление в жизнедеятельности и в государстве в целом. Но где экономика? Вспомним другие лозунги политических лидеров. Европейская интеграция. Кому-то нравятся однополые браки как признак равенства. Где экономика? Вы понимаете, когда люди не могут позволить себе элементарного, я имею в виду питание, одежда, образование для своих детей, все эти лозунги от политиков, они являются отвлекающим маневром, по сути. Если правительство не может предоставить достаточный экономический уровень для своего населения, и придумывают, я еще раз подчеркиваю, немаловажно религия, мова, это все очень важно. Но должно быть сначала на первом месте человек, его потребности как гражданина Украины, а на втором месте, на втором, на третьем уже все, о чем они говорят.
Ну, ще одна дуже неприємна тенденція. На тлі зубожіння населення зростає соціальна прірва між багатими та бідними. Середнього класу в нас фактично немає. Те, що в нас називається середнім класом, ну, давайте будемо відверті, в розвинених странах це бідні люди. Да? І от, власне, олігархи та великий бізнес, скажімо так, багатіють, а люди ще стають бідніші. От чому зростає оця межа? Це як сніжний ком. Чем больше у нас олигархов, кто платит, тот и заказывает музыку. Естественно, существует такое понятие, как лобби. В некоторых странах, в том числе США, на законодательном уровне лоббирование интересов тех или иных политических групп, я имею в виду продвижение тех или иных законов. А у нас так ярко это не выражено, чтобы были группы лобби, чтобы этим занимались какие-то определенные юридические компании или другие компании. Но по сути у нас то же самое есть. И чем больше богатых людей, олигархов, я не знаю, по-разному их можно назвать, тем больше они контролируют, я бы так сказал, и законодательную власть, и исполнительную власть, и судебную власть. Естественно, в своих интересах. То есть они становятся еще богаче, а население, в принципе, скатывается вниз. Посмотрите, как этот коронавирус повлиял на работу многих людей. Если в других странах выплачивали пособия по безработице, связанные с коронавирусом, выплачивались какие-то другие материальные выплаты, у нас в стране есть только штрафы за неношение маски, за несоблюдение дистанции. Это тоже необходимо. Но логический вопрос к власти. Если человек не работает, не по своей воле, он не может, это форс-мажорное обстоятельство, он не может работать, потому что нет работы. Она запрещена, некоторые виды деятельности, например, там, тренер в бассейне. Ну, хороший человек, хороший тренер, тренирует деток. Я для примера говорю, это не как особое какое-то направление. Много видов деятельности. Да, так, много видов деятельности. У него нет работы. Конечно же, он не может выплачивать те штрафы, которые у него есть. Государство должно стимулировать, чтобы развитие было экономики, а не давить на наших граждан и в угол, заводить их в угол. Поэтому я считаю, что основное направление для политических сил, для правительства в целом и для государства должна быть экономика. Мы можем не работать в императивном направлении по некоторым позициям. Например, религия. Но почему государство должно указывать, какая религия ближе нам, какая нет. В Украине присутствуют все виды конфессий. Да, у нас мусульмане проживают, с уважением отношусь к их религии, католики, православные. Недаром церковь и государство должны быть разделены. А у нас вот при предыдущей власти у нас как-то явно чувствовалось, что государство вмешивается в дела религии. Этот аспект можно было упустить и сконцентрироваться на росте экономики. Мова. Тема... Там певне зростання у нас економіки було там на декілька відсотків, але ж громадяни його не відчули. От питання в чому? Що немає цілісної соціальної політики. Да, зачем нам зростання економіки, якщо його не чувствують граждане України? И другие направления, которые можно уступить, если бы было хорошее развитие государства, экономического развития государства. И, конечно же, заняться теми направлениями, которые являются тоже немаловажными. На вашу думку, от, до речі, чому досі в нинішнього уряду немає програми? Ну, те, що вони подали в парламент, навіть депутати від монобільшості сказали, що це і сміх, і гріх таке приймати, що це не програма, це набір гасел. Это то, о чем я говорю. Подавать сейчас реальную программу, значит, надо показывать реальные результаты в экономике. Наверное, их никто не хочет показывать, что действительно у нас страна на краю экономического краха. А придумывать непонятно откуда взятые цифры относительно роста ВВП, нынешний премьер-министр Шмыгаль тоже, я считаю, наступает на грабли предыдущего премьер-министра, который обещал нам чуть ли не за полгода рост ВВП в два раза. А показывать реальную картину никто не оценит. Я думаю, в этом и конфликт непринятия программы уряду,
не проголосование за эту программу с первого раза. Это такие политические игры. Я читав ваш блог на одному з популярних інформресурсів одеських. От ви кажете, що потрібно вже робити кадрові зміни, що уряд потрібно відправити у відставку. Але от тут два моменти. По-перше, яким чином його можна відправити у відставку, адже Шмигаль – це все-таки не Гончарук. Давайте будемо відверті. За Шмигалем стоїть найбагатша людина України. Ну, про це принаймні всі кажуть. Це по-перше. А по-друге, хто замість нього? У нас такой кадровый потенциал в Украине. Я думаю, что если мы будем ориентироваться не на реальные действия правительства, а на статусность личности, там какой очень знаменитый или известный прем'єр-міністр или міністр, у нас, к сожалению, нічого не вийде. Ми опять зайдемо в тупик. Вибачте, я конкретизую питання. Просто не вдасться його змусити написати за власним бажанням, як Гончарук, ну це фактично ручна людина була, так, у Зеленського? Це все-таки більш самостійна фігура, і його так просто нагнути, вибачте, за такий термін не вийде. Посил прем'єр-міністру, наверное, должен пойти. Или от парламента, или непосредственно от президента України. То есть он должен понимать, что надо показывать работу. И страна это должна понимать, и граждане Украины. И вы вспомните, сколько проголосовало за действующую власть, за монобольшинство в парламенте. И, в принципе, все ждут, я жду, я уверен, вы ждете результата от этой власти, потому что такого большинства не было вообще никогда. Я бы не хотел сейчас перекладывать вот на президента, на премьер-министра. Я уверен, что они регулируют политику в государстве, в том числе экономическую, от них все зависит. Я хочу сказать, что мы сами должны тоже что-то делать для развития экономики. И наша партия, Украинская морская партия, уже неоднократно, и не только в этом году, и не только в прошлом году, выступала за зону Порто-Франко. Если бы просто перевод с итальянского «свободный порт», на самом деле это путь к экономическому развитию нашего региона, Одессы в частности и, в принципе, региона в целом. У нас налоговая политика сейчас таким образом существует, что мы можем и у нас получится все налоги, которые остаются, применить их к развитию нашего региона. И несмотря на то, что Порто-Франко – это беспошлинная торговля, как бы не предполагающая взимание налогов, в любом случае это развитие экономики. И если раньше, лет 5 назад, Порто-Франко вообще ассоциировалось у нас чуть ли не с сепаратизмом, чуть ли не с вбитием клина в унитарное наше государство, то сейчас, я надеюсь, политическая ситуация изменилась, и все понимают, что это чисто экономическая направленность у развития и создания Порто-Франко. И здесь нет никакой политической подосновы. Я уверен, что у нас город Одесса, так сложилось, геополитически находится в очень удачном месте. Море, залив, и мы не можем не воспользоваться этой ситуацией. Я, конечно, переживаю за всю Украину, относительно экономики, развития. Но мы одесситы, мы должны думать в первую очередь за наш город и за его граждан. От щодо інших регіонів, я знаю, що були теж ініціативи створення вільних економічних зон, вони там по-іншому називалися, ну, звісно, у нас Порто-Франко, тому що це порт, але загалом от ідея така просувалася от на місцевому рівні, да, на рівні от з місць у центр, але центр не чує, чому? Причому різні влади. Возможно, политически, я еще раз повторяю, политически несколько лет назад это расценивалось как децентрализация, выходящая за правовые рамки. Да? Так не чув и Порошенко, и не чув и Янукович, не чув и Ющенко. Ну, Янукович ничего не чув, хотя лозунг у него был «почую кожного». Порошенко, я думаю, что политически относился к этому вопросу относительно самостоятельности региона, экономической самостоятельности, я подчеркиваю, хотя для него, наверное, это было по-другому представлено. Я надеюсь, что при этом правительстве логика будет выше, нежели какие-либо политические амбиции или еще что-то.
Относительно других регионов, я не могу сказать за другие регионы, у нас рисков не существует при создании порта Франко. У нас сплошные выгоды относительно развития торговли и развития региона в целом. Я знаю, что некоторые города, я не помню, кажется, в Донецке было до событий на Востоке, до военных действий на Востоке, хотели создать свободную экономическую зону. Пошла бы она там, дала бы она результат, неизвестно. Но у нас понятно, что это стопроцентный вариант для развития экономики. От повертаючись, до речі, до соціальної політики, пригадався мені один анекдот про онуку декабриста, коли вона кличе прислугу, каже, що там за галас на вулиці, вона каже, революція, чого хочуть? Хочуть, щоб не було багатих. Вона каже, дивно, в мене дід теж був революціонером, але хотів, щоб не було бідних. От, я до чого веду? Що, можливо, от насправді ті люди бідні, так? Принаймні, таку думку деякі ЗМІ вливають у вуха, так? Що вони просто не можуть себе реалізувати, тому заздрять багатим. Як ви вважаєте? Хто кому завідує, вопрос такий риторичний. Ну це таке провокаційне питання, але просто я не міг його не озвучити, тому що так, от дійсно така є парадигма інформаційна. У нас в государстві, отвечу як юрист, є одна столиця, є адміністративно-територіальні єдиниці, і ніхто на це не посягає. Можливо, по-другому розцінюють ситуацію в Києві, в столиці, і хочуть залишатися столицею і політичною, і економічною. Ну, я ще раз хочу сказати, що я як одесіт, я більше хочу, щоб в Одесі все було краще, ніж где-то. І це нормально, і це естественно. Поэтому наша партия выступает за инициирование этого вопроса относительно развития. Конечно же, это не единственное развитие экономики, которое может быть и в регионе в том числе. Надо развивать все отрасли. С экологией у нас есть существенные проблемы, вы прекрасно понимаете. Есть вопросы ЖКХ, которые были и есть. Надеюсь, что они еще долго будут. Да. Еще долго будут. Есть много вопросов. Надо реально двигаться. Надо делать все для того, чтобы реформы были реальний і осуществимий. Андрій, я вам дякую за цікавий ефір, дякую, що знайшли час і прийшли до нас. Спасибо большое. Я нагадаю, що у нас в гостях був Андрій Неугодніков, депутат Одеської міської ради від Української морської партії Сергія Ківалова. Мене звуть Костянтин Гречан, залишайтеся з репортером.